Первоначально эмоции сумасшедшие были, я еще не понимал. Точно так же думаю, как и все ребята и клуб. На следующий день, проснувшись, начал немножко осознавать, что мы действительно в группе Лиги Чемпионов, это дорогого стоит. Bueno, el tema de política yo lo dejo de lado, yo vine a jugar fútbol aquí, la verdad que no se siente nada de ese clima que se podría leer. Lo único distinto, raro, es que bueno, que tienen otra moneda aquí, tenemos otra moneda, el rublo, en Chisinau se usa el lei. Хорошо, что есть такой человек в Приднестровье, которому футбол интересен, который вложил огромные деньги, поддерживает команду. Ну, что это значит для Приднестровья, что может еще больше людей узнать, что есть такая непризнанная страна. Спасибо. 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 Спасибо.